Хвала Аллаху. Человек пришел к пророку, алейхиссалату вассалям, и сказал, «О посланник Аллаха, моя жена родила черного мальчика». То есть у этого человека были сомнения, потому что он был белым, и его жена была белой. Так как родился черный мальчик? Пророк спросил, «У тебя есть верблюды?» Тот ответил, «Да». «Какого они цвета?» «Они красные. Среди них есть пепельные, пыльного цвета?» «Да». «Как? Они взяли от своих предков?» «Может, этот твой сын тоже взял от предков?» И в действительности, прабабушка ребенка оказалась черной рабыней.